Я приветствую вас, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, постоянных зрителей приветствую. Итак, мы начинаем ритуал на очистку финансового канала, ритуал медитативный. Можно делать стоя, можно в позе лотоса, главное, чтобы спинка была ровной. Напоминаю, что у нас чакры находятся со стороны спины, чувствуем их оттуда. Божественный сосуд, часть позвоночника, мы наполняемся энергией, наполняем себя, наше тело, божественный сосуд. И проводим ритуал. Пару слов, пожалуй, надо сказать о том, что энергия денег божественная, она нам нужна. Нужна для того, чтобы мы жили. Кто и когда придумал, что деньги – это плохо и зло, и откуда возникли эти установки, нам неизвестно, непонятно, но они на нас влияют. Вся остальная работа ведется за кадром. Здесь у нас ритуал медитативный, в основном он для тех, кто записался, но для тех, кто хочет быть сопричастными к этому ритуалу, может помедитировать, поработать над установками. Мы не забываем дышать. Вдох через нос, выдох через рот. Настраиваемся, закрываем глазки. Почувствуйте сейчас, какие вы чувствуете установки, связанные с деньгами. Что много денег не заработать, что их можно только наворовать. Все те установки, которые у нас сейчас в голове, мы чакру аджна и сахасрара будем чистить. О том, что много денег. Если мы будем только делать, что зарабатывать, что не будет у нас времени на родных, на близких, на любимых, что без труда не вынешь рыбку из пруда. Что вы сейчас чувствуете? Дискомфорт, возможно, страх. Вы смотрите на тех людей, которые много зарабатывают, и боитесь, что они, возможно, какими-то опасными видами деятельности занимаются. Мы сейчас будем переформулировать осознанно, и подсознание нам в помощь, и высшие силы нам в помощь помогут нам переделать, трансформировать наше сознание и изменить наше представление о деньгах. Вдох, выдох. Деньги – это божественная энергия. Я люблю деньги и принимаю то, сколько у нас энергии, столько нам Вселенная и возвращает. Почисти наш финансовый канал. Лакшми, Сарасвати и Фортуна. Почисти чакру. Сахасрара, имя. Я имею право на деньги. Это мои деньги. Это моя часть божественной энергии. Я настолько значима для этой жизни, для этой Вселенной, что когда я отдаю деньги, я вкладываю, возможно, в чей-то бизнес, кому-то помогаю, и отдаю с любовью и добром, так как я делаю это для себя, что-то покупаю взамен, и мне Вселенная взамен тоже отдает. Мою любовь, мое счастье, мое добро за деньги. И они умножаются в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза. Мы хотим быть денежными магнитами, но никто нам не сказал, как мы притягиваем. Мы с благодарностью принимаем. Я с благодарностью принимаю божественный поток. Я с благодарностью деньги отдаю. Я с благодарностью помогаю людям, и деньги возвращаются ко мне. Я отдаю свою энергию в этот мир. Я значима, да, я могу, я имею право.
Я смотрю на дома, машины, квартиры и вижу, насколько Вселенная изобильна. Я позволяю этому быть. В тот момент, когда вы думаете, что это не про меня, осознавайте и отлавливайте свои позывы и порывы. И говорите наоборот. Это для меня. Да, я принимаю. Я принимаю. Да будет так. Аминь, аминь, аминь. Когда в следующий раз вы будете видеть эти шикарные дома, машины, квартиры, на этой земле найдется место и для вас. Для меня есть место. Места под солнцем хватит всем. Мне тоже. Я достоин, достойна принимать деньги, получать это изобилие, потому что я отдаю. Я помогаю своим любимым, друзьям, родственникам. Я отдаю им свою любовь. И сколько энергии я вкладываю в эту жизнь, в эту значимость, столько и мне возвращается. Богиня Лакшми, фортуна. Почисти канал Аджна на нашем божественном сосуде. Войди, почисти. Открой нам дороги на деньги. Дороги открыты, мы открыты. Дайте возможность заработать. Имя. Я настолько значим или значима. У меня есть право ценности, право самоценности. Я настолько ценю себя и настолько ценю свой труд, настолько ценю отдавание свое в эту Вселенную, что Вселенная видит. Видит мое участие, видит мою ценность и отдает мне. В стократном размере возвращает. Благословляет меня на эту жизнь. Благословляет меня отдавать дальше, людям помогать. Помогать другим таким же людям, которые продают что-то, когда я им отдаю деньги, я увеличиваю свое благосостояние, когда покупаю одежду. И я в красивой одежде, и люди с деньгами. И то, что я делаю в этом мире, оно значимо. Значимо настолько, насколько я сам или сама себя ценю. Я благодарю тебя за ценности, за самоценность Вселенной. Богиня Лакшми, богиня Сарасвати, богиня Фортуна, почисти чакру Вишудха на нашем финансовом канале. Имя. Мы свободны. Деньги дают свободу. Повторяйте, деньги дают свободу. Мне деньги дают свободу выбора, свободу жизни. Я могу изменить что-либо в этой Вселенной, создать разницу благодаря деньгам. И эта разница благоприятна и экологична для всех. Я притягиваю хороших партнеров, хороших, добрых, отзывчивых людей, сотрудников. Я в них вкладываюсь в них, в их таланты. Поддерживаю ли я их деньгами или любовью, или просто любой другой поддержкой. Я помогаю тем самым людям. И люди в ответ помогают мне. Этот взаимообмен энергии основан на деньгах. Я вкладываюсь в людей, и Вселенная видит это. Всевышний видит и обратно деньги мне возвращает. Это богоугодное дело, значимое дело. Я настраиваю благоприятные связи, благоприятные возможности для создания денег. Дороги открыты, я открыта. Дайте возможность заработать. Я открыта, открыта. Мы видим все возможности из пути нашего сердца. Мы делаем с любовью. Я создаю с любовью значимость себя и своего дела в этом мире. Потому я достоин, достойна. Я заслуживаю, заслуживаю. Я имею право. Место под солнцем во Вселенной. Я заслуживаю много денег. Я заслуживаю принятия этой божественной энергии.
мы освобождаем чакру Вишудху и чистим чакру Анахата сердца. С любовью идем в этот мир. Отпускаем обиды за то, что Вселенная с нами так поступила, за то, что у нас не было денег, за то, что мы сами не понимали, из-за чего у нас их нет. Мы проводим разгипнотизацию сознания и открываем пути дороги на счастье, на любовь, на деньги. Пусть огонь любви из сердца, из чакры Анахаты ведет нас к благополучию, к изобилию. Вселенная настолько изобильна, и нам хватит места под солнцем. И я построю свой дом, квартиры, машины. У меня все будет. У меня есть самоценность, самозначимость. Почисти чакру Анахата. Просим тебя, богиня Фортуны Лакшми. Имя. Мы принимаем те деньги, которые есть. Мы ими умеем управлять. Мы вкладываем те ресурсы, которые к нам приходят, и грамотно их распределяем. Если нам Вселенная дает больше, чем мы можем потратить, значит, мы имеем право и должны деньги вложить, чтобы они тоже кому-то приносили пользу. И нам удвоится, умножится, и тем, кому мы помогаем, удвоится и умножится. Почисти чакру Маникпура, Лакшми Сарасвати и Фортуны. Имя. Настолько Вселенная изобильна, настолько в мире денег много, что мы за всю жизнь не сможем их потратить. И нам хватит места под солнцем, и нам хватит денег. То, сколько людей живет на планете, за свою жизнь не смогут ее потратить, эту сумму, и мы не сможем. И нам потому и хватит денег, что настолько их много, насколько возможно это. Возможно себе представить, и даже невозможно. Мы переходим к чакре Муладхары из Свадхистана. Сейчас будет самая сильная установка. Мы не забываем дышать. Установка о безопасности, установка денег. Деньги мне дают безопасность и свободу. Бабла в мире валом. Прямо сейчас вы повторяете. Денег в мире валом. Бабла в мире валом. Дороги открыты, я открыта. И открыт. Не только самозначимостью, не только потому, что заслужила или заслужила, имею право. Да, я могу. Да, у меня есть эта внутренняя сила. Да, у меня есть позволение зарабатывать эти деньги и получать их, и принимать. И принимать все те дары, которые идут от меня, от моей самоценности, от моей самозначимости. Дороги открыты, я открыта. Почисти нам канал божественный, финансовый. Почисти нас, Фортуна, Лакшми, Исида. Почисти имя. Да, я могу. Да, я могу зарабатывать. Да, я могу иметь все, что я хочу. Да, я делаю людям добро, и мне ответ возвращается. Я с любовью это делаю. Я люблю свое дело, и я помогаю тем самым миру, Вселенной. Богу угодно так. Бог нам дает жизнь на этой планете, дает нам пищу, дает нам хлеб, кров. У нас все есть, мы в изобилии. И к нам всегда все приходит непринужденно. И эта энергия денег, она божественна. Она придумана по воле Божьей, чтобы мы могли тут жить и процветать. За все, что у нас есть, мы поблагодарим Всевышнего, поблагодарим богиню Фортуны, богиню Лакшми, богиню Сарасвати за это изобилие, за этот приход, необычный приход творческого пополнения и исполнения наших желаний.
И мы благодарим за то, что у нас есть еда, вода, квартира, машина, дом, у кого что есть. Благодарите за все, что у вас есть. Про себя говорите: я благодарю тебя, Всевышний, я благодарю тебя, высшие силы. Благодарю вас, богини, за все то, что мы имеем. И я вам отдаю эти дары для вас, богини. И я вас благодарю. От себя поблагодарите имя. Я благодарю вас, дорогие мои зрители, постоянные зрители, благодарю подписчиков, благодарю. Не забудьте подписаться, поставить лайк, колокольчик. В комментариях ниже можно написать «принимаю с благодарностью», написать имя свое, чтобы каждый раз при запуске ритуала, при перезапуске имя было активировано. Медитацию можно смотреть несколько раз. Можно пересматривать, переслушивать, стоя ли, сидя ли, если прям уж совсем сил нету перед сном лежа, проговаривать, дополнять и договаривать все эти установки, что у вас есть значимость, что вы занимаетесь богоугодным делом, что вы любите и себя, и свою жизнь, и свое дело, и именно поэтому вы заслуживаете, именно поэтому вы имеете право на деньги. Все это можно переслушивать. С вами была ваш ангел планет. Я благодарю вас, благодарю Вселенную, благодарю богинь. Деньги тоже благодарю за то, что они есть в нашей жизни. А мы увидимся с вами на следующих ритуалах или на прямых эфирах. Я желаю вам денег, любви, счастья, благополучия, изобилия. Всем пока.